Также сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с делегацией Республики Кыргызстан. За два дня они побывали на многих предприятиях Чебоксар. Какими проектами обернется этот визит, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Рабочий визит делегации Кыргызстана оказался довольно насыщенным. Сюда гости приехали, чтобы перенять опыт крупных предприятий. Киргизские бизнесмены присматриваются к инновационным проектам и эксклюзивным товарам, которые производятся только в Чебоксарах. За два дня они успели посетить 4 завода и презентовать свой инвестиционный потенциал. Планы амбициозные, по итогам рабочей поездки будут подписаны контракты и договоры. Много вы уже видели. Чувашия предприятий. Вот начали с автоматизации, я с ней думал, что вот АБС автоматизации. И там же сразу мы для нас нужные продукции видели. Вот для энергетиков, для нефтегаза. Вот. На территории Жалал-Абадской области действует множество предприятий по добыче угля и золота. Предприниматели готовы приобретать в Чебоксарах спецодежду и обувь, которая может выдержать высокие температуры. Но чувашским партнерам гости предложили поставлять натуральную кожу. У нас мы сельскохозяйственный район, там кожи у нас достаточно, поэтому даже некоторым предприятиям уже устные намерения сделали, что совместные предприятия сделают. И в некоторых предприятиях мы даже предложили, чтобы дистрибьютором стать. Сельское хозяйство – важнейшая отрасль Кыргызстана. Многие фермеры разводят овец и выращивают виноград. Но аграриям Жалал-Абадской области необходимы пестициды наивысшего качества. Эту продукцию готовы предложить на заводе в поселке Вурнары. Там нам очень понравился, и нам в Кыргызстане нужен некоторые предметы, которые выпускают вот наши фермеры. Например, у нас вот саранчу очень много. Она как раз на это пускает предметы. И еще другие на земельные работы. Мы там глава, вот это, директором встретились. Мы будем дальше, надеюсь, с ним на дружество и на работать вместе. Гости из Кыргызстана намерены заключить и соглашение о побратимстве. Документ предложили подписать в правительстве Жалал-Абадской области. От слов к делу чебоксарские власти перешли сразу и вынесли протокол на обсуждение депутатов. Они уже поддержали сегодня вот эту и Жалал-Абаду. Мы, в принципе, прорабатываем. У нас уже специалисты сейчас просматривают предварительное намерение заключения побратимства. Предварительное намерение. Мы вам сегодня с моей подписью уже вам отдадим. Спасибо. Делегацию Кыргызстана пригласили посетить республику и в июне. Возможно, что на фестивале «Родники России» выступят артисты из этой страны. Но в ближайшее время Республика Кыргызстан намерена вступить в таможенный союз. Очевидно, что это придаст мощный импульс на пути к дальнейшему партнерству двух стран. Чувашские предприниматели пригласили посетить и Жалал-Абадскую область. Уже скоро там состоится масштабный бизнес-форум. Не исключено, что там будут подписаны и новые контракты. Бедир Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.